Привет. Я думаю о вас, и образ ваш мне душу греет. И расползаются киты, что вертят землю на оси. И кто-то в это верит. Друзья, привет. Я хочу, чтобы вы до того момента, когда я опубликую вторую часть о том, как развивать интуицию, обратили внимание на мою великолепную картину. Внимательнее, внимательнее смотрите на глаза, как они светятся, как звезды. А мне там написала одна подписчица наша, участник школы «Человек будущего», Homo Futurus, что она педагог, учитель по игре на скрипке, и что действительно очень похоже, как руки держат. Ну, посмотрите, вокруг звезды, дороги, вселенная и музыка. А может, у кого-то сейчас, во время того, как он смотрит на картину, появится какое-то ощущение, реагирование. Напишите. У нас осталось 8 подписчиков. И у нас уже будет 201 тысяча подписчиков. Это очень важно, потому что я хочу раскрыть вам секрет, как развивать интуицию. И хочу, чтобы об этом узнало как можно больше людей. До встречи!